Во Владикавказе обсудили механизмы защиты и поддержки бизнесменов. В городской администрации прошло заседание Совета предпринимателей при главе МС. Участники встречи – представители бизнеса и профильных ведомств. Как отметил Борис Албегов, Совет работает над созданием инвестиционного климата в городе и помогает гражданам реализовывать себя в бизнесе. Одна из мер поддержки малого и среднего предпринимательства – фонд микрофинансирования администрации местного самоуправления. По словам его руководителя Вадима Дзукаева, фонд работает эффективно и не имеет ни одной кредиторской задолженности. Это говорит об ответственном подходе к выдаче займов и активной работе с бизнес-сообществом. В завершении встречи глава столичной мэрии Борис Албегов поблагодарил всех за проделанную работу. Также призвал всех членов совета продолжать решать вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ежедневной работе.